Обычно представляюсь, ну, по-разному, в зависимости, куда приезжаешь, что происходит. Режиссер, хореограф, актер, танцовщик. Где-то я говорю, что заботливый муж, там, заботливый папа. Можно по-разному. Это все, да, вот вместе. Ну, например, Тарковский для меня абсолютная будто в этом. Да вообще практически вот весь авторский кинематограф, тот же Бергман, Брессон и так далее, это... На мой взгляд, это абсолютное буто в этом смысле. Я верю только одно, что когда-то мы проснемся и наконец увидим мир, как он есть. Есть как бы европейская школа, условно, сейчас так, может быть, подойду так примитивно совсем. Есть как бы вот азиатская, ну так вот примитивно совсем. Европейская школа, она... Из тела человеческого сделала инструмент, наделила его языковой формой, разделила его на части, цельное тело разделила на части, научила человека использовать разные части по отдельности. Возникают формы, комбинации, вернее, формы сложные из комбинаций, первое, второе, третье, четвертое, там, например, да? Сложение, а потом европейскому человеку свойственно такой своеобразный драматизм, мелодизм, то есть создание формы из частей, загружаем туда какие-то контексты драматические, потом музыка, она должна быть обязательно мелодическая, которая затрагивает, которая вытягивает. Ой, такие сложности, все. И вот это тело, которое вот вынесено, и тело, которое объясняет, рассказывает, интерпретирует, что же там у меня происходит, что происходит в мире. Это форма, при помощи которой я объясняю. Если мы берем азиатский мир по сути своей, вот именно они же буто и вынесли, а буто же как бы это не азиатское явление на самом деле, они просто вынесли то, что есть в каждом, и то, что было изначально. А тело не рассказывает, тело не объясняет, тело не показывает. Тело – это часть человека и самодостаточная часть при всем, при том, это часть природы человека. И тело может говорить само за себя. Тело может быть просто в пространстве, как одинокое дерево на берегу, в пасмурную погоду, одинокое облако плывущее, одинокая снежинка, которую мы просто рассматриваем. И она сама по себе прекрасна уже, потому что это часть природы. А тело, которое как сосуд, да, внутри которого, если его опустошить, может проникать все, что угодно. Если мы его опустошаем и отдаем его, там может попадать осенний ветер, капли дождя, осенний лист, туда может заползти улитка, там может накопиться влага дождевая, снег, все что угодно, настроение и так далее. Тело, которое вмещает в себя, хранит, но способно пропускать, способно резонировать и звучать в этом. Тело, которое не интерпретирует звуки, а пропускает их. Тело, которое не рассказывает, что там у человека внутри, а пропускает. Я родился, помню себя месяцев с 8. И мне кажется, вот это и стало, наверное, причиной. Я родился, так вот, если совсем зайти, папа с мамой развелись, оставили. И первое время вот как бы приходилось болтаться по всяким садикам круглосуточным и так далее. Здесь не на жалость давлю, а говорю, что, скажем, когда воспоминания о работе с 8 месяцев, вот это восприятие осознанности и прочее, и это закладывается, и попадаю в ситуацию, когда... Мир очень подвижный, и вот как кочевник, как, с одной стороны, как изгой из семьи, куда хочется попасть, в некую среду, где есть такие же, и там происходит нечто, мы как бы такие немножко отброшенные получаемся. И это формирует, конечно, восприятие мира. Я жил в этом теле, и двигался я порой очень странно, может быть, для окружающего мира.
Мне хотелось нечто большее, что это не все так. Потом, когда уже подростковый период, в общем-то, подходил к концу, это был такой период неформальной жизни в тот момент, ну, как это был Советский Союз на излете, Ленинград еще. Да, это вот эта вся неформальная, как бы, как называла молодежь, называлась, да, это попытка войти в мир рок-музыки, непосредственно как исполнитель колотили банду с другом. Это уши проколотые, какая-то там кожа, галифе, сапоги, ирокез. Это такое было уже проявление, что называется, вовне, с одной стороны, такое костюмированное действие. Потом вот эта вся рок-музыка и прочее, все это переходило в такую уже, наверное, живопись звуками больше. И это уже было, наверное, музыка, звуки, как уже не некий стиль, который мы пытаемся освоить и завоевать мир, а возникает снова познание мира, наверное, через звуки, слушание через звуки, в том числе через звуки открытия себя как звука. Звук, который можно и увидеть. И вот в этом уже русле, в этом течении я как раз встретился со своей будущей супругой Натальей Жестовской, у которой уже был театральный коллектив, который, на мой взгляд, на тот очень странно себя вел. А они использовали слово, и вроде они походили на такое немножко все-таки драматическое вот, да, вот, проявление в искусстве. Но при этом 90-й год достаточно интересно, они работали с телом. На тот момент известные в России разные направления, связанные с телесными формами поведения, ну, скажем, танца, это все было ограничено. У нас был балет, с одной стороны. Вот у меня теща балерина, 25 лет на сцене, а потом она еще с Никитой Долгужиным много проработала как репетитор. Но у нас симфония, я так обожаю ее прямо. Но долгий тоже, долгий путь принятия меня и моей супруги, но все, что вы там такое делаете, это что? Это так. Вот. С другой стороны, у нас был модерн тогда уже, у нас была пантомима. Да у нас мало чего было-то на самом деле к этому времени, если брать какую-то альтернативу и возможные способы. Вот. Мы пробовали, во все тяжкие пускались, расшатывали. Приходят друзья, говорят, слушай, там у Додина, значит, в Малом драматическом театре, у Льва Додина, там приехал японец. Ну, японка и японец приехали, значит. Называется Буто. Вам нужно посмотреть обязательно. Бери супругу и идуй туда. Мы попали на второй день, где-то на каких-то там задворках, чуть ли там не на одной ноге, как-то там вот. И вот там я увидел ответ, даже не ответ, а мне показали вот оно. Вот там есть ответы на твои вопросы. Вопрос не что он делал на сцене, а как он делал. Я, да, я действительно увидел. И потом, спустя сколько-то лет, мы с ним познакомились. Он, это был Масаки Ивана, мой самый такой первый, дорогой мне, можно сказать, мастер, друг, партнер. Мы шли как-то в горах, изъяснялись, и он спросил, я, говорит, читал твое CV, я наблюдаю за тобой, вот все, что ты написал, как ты формировался и так далее, и так далее, и так далее. А вот скажи мне, пожалуйста, говорит, 9 лет ты практически работал один, не зная вот этого всего мира, как бы, Буто, который мы все уже знаем и видим, потому что мы, во-первых, по Европе мотались, во-вторых, мы же сами из Японии, ну и так далее. Я стал рассказывать именно про то, что я начал слушать природу и стал себя смотреть в... Я стал определять, что выросло из меня, действительно из меня, а что я привил себе, грубо говоря. Вот. И все, что я привил, вживлял в себя, я стал это потихонечку отбрасывать. Он так вот послушал, мы идем дальше. А я счастливый, наконец, у меня
дорогой сердцу японец появился, который мне сейчас все расскажет. И у меня такие вопросы за 9 лет накопились, да вообще за всю жизнь. Он идет такой, потом говорит, знаешь, говорит, Григорий, я не твой мастер, я не буду тебя учить. И у меня так прямо мир переворачивается. Честно говоря, я чуть его с горы не скинул. То есть у меня вот было желание, это был шок. Я вот наконец доехал, я счастливейший человек. Но раньше было не доехать. Мы жили на $20 в среднем. Вот если вспомнить 90-е годы, $20 хватало так более или менее худо-бедно. А если в Европу ехать, это же билет, это мастер-класс и так далее. Там такой ценник выплывал, что это года два можно было на это жить. Скатался в Европу, называется, да? Вот, и я печальный, конечно, иду, так страшно печальный. А он улыбается еще, так поглядывая на меня, я думаю, вот еще и улыбается. Недолго он меня мучил, и он как-то говорит, ладно, говорит, успокойся, я не буду тебя учить, потому что мы с тобой партнеры, ты мне партнер. У меня опять мир переворачивается, еще раз эта тарелка подпрыгнула, значит. И тут я чуть сам с горы не спрыгнул. Сны. Мне очень нравится такое понимание. Сны не отвергай, но и не принимай. Снами можно увлечься, но с другой стороны, отвергая сны, можно что-то и потерять. Скажем так, когда сны меняются и сны перестают быть моими, я знаю свои сны, когда домой я приезжаю, дома может быть все что угодно, но я чувствую тепло, запах, стены, вот эту фактуру, текстуру. Я знаю, что это дом. И так вот есть сны по своим каким-то свойствам, это мои сны. Они могут быть разные, но это мои сны, я их чувствую на вкус. Когда сны вдруг меняются, они становятся чужие. Значит, что-то происходит в пространстве. Я попал куда-то в какую-то новую среду, я еще не понимаю, что. Но сны уже не мои, и я хочу сны свои обратно. И в этом смысле что-то вот... Это такой лакмус. Я попал во что-то, или что-то мне подменили, заменили. Вроде выглядит все так же, но это другое совершенно. Это же такая подвижка. У меня нет никакого ответа на это. Единственное, стараюсь не угашать вот это точно совершенно узнанное, что там есть что-то еще абсолютно. Я не буду называть, это индивидуально для каждого, абсолютно точно. Но то, что мир как яйцо в скорлупе, он не заканчивается. Просто скорлупа не позволяет. И в этом смысле это дает надежду, что не так все банально.